Можно ли просматривать содержимое контейнеров на расстоянии? Да, можно. Для этого есть комплексы досмотра груза или карго-сканеры. Они находятся во вкладке «Оборудование для кораблей», «Поисковое оборудование». Далее вам необходимо его поставить на корабль и лететь в космос. Также есть чуть ниже комплексы досмотра оснастки, которые позволяют сканировать фиты корабля, то есть то, что у вас на корабле установлено, но он работает немного иначе. Сейчас поясню. Если карго-сканер работает в пределах определенного расстояния, то есть вот у него дальность 50 километров, в этом радиусе вы сможете просканить любой корабль, кроме кораблей с экранированным грузовым отсеком. Это в основном фрейтера и блокадники, если не ошибаюсь. Вот, выделяем. Кликаем по карго-сканеру. Он проходит цикл. И в конце цикла выдает вам отдельное окно с содержимым грузового отсека. Сканер фитов же работает немного иначе. Для того, чтобы просканить корабль максимально точно, вам нужно приблизиться к нему на расстояние максимально близкое. Потому что если вы будете далеко от корабля, то сканирование будет неточным. Поэтому вам необходимо приблизиться кораблю и, возможно, просканировать несколько раз для того, чтобы понять, какой именно у него фит. Вот смотрите, вот я второй раз просканировал, выдает уже абсолютно другие модули, даже при расстоянии в 2000 метров. В общем, как-то так.